Руководитель региона сегодня посетил несколько больниц и поликлиник края. Начался объезд со станицы Новотитаровской. Местные жители уже давно обеспокоены судьбой центральной районной больницы. Ходят слухи, что собираются закрыть отделение хирургии. О достоверности информации Кондратьев поинтересовался у главврача. Тот, в свою очередь, пояснил, что сегодня речь идет не о закрытии отделения, а о переводе его с круглосуточной работы на дневной стационар. Мы перепрофилировали 20 круглосуточных коек хирургического профиля в койке дневного пребывания в том же количестве 20. Мы должны делать все, чтобы было максимально комфортно для этих жителей. Они привыкли к этой больнице. Мы сейчас видим, что все койки заняты, значит, они доверяют этой больнице. Важно, что количество коек мы сохраняем. Да. То, что идет внутреннее перепрофилирование, я не возражаю, при условии и полном понимании, что в случае необходимости мы всегда сможем оказать круглосуточную помощь. Вениамин Кондратьев также прошел по больничным палатам, оценил в них условия для пациентов. А после побывал в первой городской больнице Краснодара, отделениях скорой медпомощи на Зиповской и в краевой больнице имени Очаповского.